Приветствую всех, сегодня Олимпус начинаю. Игра на движке Fallout 2, по-моему. Но с Fallout, скажем так, ничего общего не имеет. В своей вселенной, скажем так. Но механика, соответственно, Fallout будет. Классического. Игру еще не смотрел, не знаю, что там, как там. Хотелось бы ее, наверное, с Невадой сравнить, которая мне не очень понравилась. В ней кривоватый баланс во второй половине. Посмотрим, что в Олимпусе. Как там дела? По-моему, наши разрабы русские делали. Сейчас игру запущу. Заранее не запускал, потому что когда я сворачиваю, она вылетает. Вернее, зависает. Gonna build a mountain from a little hill. Gonna build me a mountain, at least I hope I will. Gonna build a mountain, gonna build it high. I don't know how I'm gonna do it, I only know I'm gonna try. Yeah, yeah. Gonna build me a daydream. Yeah, yeah. From a little hope. Yeah, yeah. Gonna push that daydream. Yeah, yeah. Up the mountain slope. Yeah, yeah. Gonna build a daydream. Что могу сказать, заставочки были эпичные. Если бы мне сказали, что их сделали разрабы оригинальных фалачей, я бы просто не раздумывая поверил. Так, но игра кажется мне немножко громковатой. Вот так, мне кажется, норм будет. Жестокость кровища, конечно. Как выбрать? Как выбрать кровище? Цензуру выключить. Ну, вроде все сохранилось. Да, игра идет в 1920 на 1080, поэтому... Ну, шрифт будет мелковат. Когда впервые играл в прошлом году, по-моему, в первый Fallout, взял готового персонажа, и я никогда так не ошибался. Теперь всегда создаю сам.
Какие же мелкие кнопочки плюс-минус. Я вот не помню, что надо, чтобы напарников с собой брать. Харизм, по-моему. Вот это что такое? Наблюдательность. Можно поубавить. Ловкость бы еще бахнуть. А, стоп, это не... Нет, это харизма. Тут какой-то хрем написан. Хрезме, наверное. Способность четко видеть, слышать и замечать события. Необходимое качество для каждого снайпера. Оказывает влияние на дальность стрельбы и порядок ди. Блин, это нужно. Тут все нужно. А, стоп, у меня еще 5 очков есть. По-моему, в каком-то Fallout'е не давали очков, давали только распределить. Тогда харизму. Ловкость. Силу. Еще ловкость. Еще в силу. Мне кажется, норм. Блин, что-то слишком мелко. Слишком все мелко. На стриме вообще, наверное, не видать. Особенно с мобилочки, если смотреть. Так. Нет, не надо. Это, короче, сразу плюсы и минусы добавляет. А есть без минусов каких-нибудь серьезных? Нет. Мех память. Или меж память. Нет, тоже не круто. Короче, я думаю, из этого ничего не стоит брать. Вот опять же, я всегда путался, что нужно, тяжелое или энергооружие. Знаю, что надо воровать. Где? Где воровать? О, воровать, это по-любому надо. Тяжелое или энергооружие? Пулеметы, гранатометы, огнеметы. Плазменное оружие. Наверное, пойду в энергооружие, я обычно тяжелое брал. Еще надо что-то третьим. Науку может взять. А, нет, или общение. Или нет, или бартер. Вот третий как-то особо и не нужен навык, на самом деле. Для начала, конечно, ручное оружие подойдет, но только для начала. Ладно, возьму науку. Вот это что такое? Лучше не буду нажимать.
Такс. А, я опять красный из-за солнышка. А, книги приключений. Блин, как все мелко. Книги приключений. Теперь она твоя, держи. Мама протягивает вам книгу в красивой обложке, но страницы пустые. Ну тут же ничего нету, страницы пустые. У тебя впереди долгая интересная жизнь. При этих словах папа закатывает глаза и тяжело вздыхает. Ты сможешь написать свои собственные приключения. Мега отстойный подарок. Книга без книги. А если у меня не будет никаких приключений, что тогда мне с ней делать? В туалет можно с ней сходить? Я думаю, бумага здесь хорошая редкость. Ну, конечно же, у тебя будет масса приключений, нужно просто в это верить. Мама склоняется к вам и шепчет на ухо. А еще нужно просить об этом наших богов. Они помогут. Ну, нам нужно идти. Ах да, вот папа тебе достал вкусную конфетку, только не ешь ее сразу. Может, лучше поделишься с Кэти? А если заскучаешь, прибегай ко мне. Я уж найду, чем тебе заняться. Ну, конфеты это хорошо. Конфета это хорошо. Приветствуем вас в игре Олимп. Если вы впервые играете, мы настоятельно рекомендуем вам получать подсказки по ходу игры. Ну, давайте, давайте, да. Можно пропустить начальные этапы игры в Тартаре прямо сейчас. Вам зачтутся все пропущенные квесты по нижней границе возможных очков опыта, а все пропущенные решения будут считаться по умолчанию нейтральными. Вы хотите пропустить начальные этапы? Нет, конечно, вы чё хоть. И приблизить нельзя. А почему приблизить нельзя? Ну ладно, короче, придется вот так играть. Конечно, на фул экране нормально смотрится, но не знаю, как это стримует. Мелковато. Что могу сказать? Мелковато. Это мой инвентарь. Конфета и пустая книга. Вилка и молоток. Все берем. Ох ты, что такое? Стеклянные шарики, спички. Все берем. Почему нельзя с этим поговорить? Хочу еще что-нибудь спереть. Там, тихо, там шкаф есть. Уйди, жадина говядина. Я скажу про тебя своему папе, он тебе покажет. Что-то как-то все ко мне плохо относятся. Привет, сынок, как дела? Как себя чувствуешь? Животик не болит? Привет, пап, не знаю, чем заняться. Да, я и правда кое-что потерял. Эй, а ты не видел тут профессионального сыщика? Подмигивает мне. Конечно же, что нужно сделать? Человек-сыщик готов к заданию? А, ну что ж, вот тебе задание. Особой важности ты ведь знаешь, мой маленький газовый ключ. Ну, такой с деревянной ручкой. Без него мне никак не починить эту раковину, а я ума не приложу, куда мог его задевать. Хотя, может, мама его видела. Эй, а куда мама задевалась? Вот так всегда. Надо, короче, мама искать. А, задание взято и записано. Гражданин, ожидайте вашу пропажу в ближайшее время. Знать бы, кто из них мама. Тут все такое мелкое. А это кто такой? Передай привет папе. Пойду со всеми поговорю. С большими. Какой-то пророк стоит. Ты куда ты побежал-то? Так, стоп, а я где? Я кто? Стоп, стоп. А, вон я иду.
Да. Тут просто столько карапузов бегает, и сразу поймешь, кто из них ты. Не хочет со мной говорить, ну не надо. Так, это у нас кто? Не хочет со мной говорить. Не хочет говорить. Чё никто не хочет со мной говорить? А, привет, малыш, что ты хотел? А, здравствуйте, доктор Пэт, давайте меняться. Местный торговец. Может, у тебя есть? Ни хрена себе, он ребенку наркоту готов продать? Ладно, нет, не надо. Можно, конечно, молоток продать. И шарики вот эти. Деньги лишние не будут. Шарики-то еще и бесплатные, ну ладно. Значит, от них толку никакого. 29 бачей. У тебя есть такое? А у него нету денег. Ну тогда не отдам ничего тебе. Не будем меняться. Я вас потом навещу. Так, я опять потерялся, где я нахожусь. Вот я где. Плохо, что не подсвечивается персонаж. Может, вот это маман? Нет, на девочку больше похоже. У меня есть необычный камень, а у тебя? А у меня есть молоток и вилка. Но маман явно не могла уйти куда-то далеко. Ищем персонажа женского пола. Может, вот это? Боги вновь победили демонов ночи. А может, вот это маман? Я как-то не запомнил внешне, как она выглядит. Нет, не она. А где она может быть-то? Может, вот это? А здесь есть, типа, какая-нибудь кнопка? Ага, есть, которая подсвечивает. Вещь. Ну-ка, я смогу вот здесь украсть? Оп. Мусор какой-то. Газовый ключ, наверное, который мне нужен, кстати говоря. Ну-ка, папан. А, вот же мама, а чё он говорил, типа, я тут нету? Она уходила, что ли, куда-то? А, привет, пап. Я ж нашел, по-моему. Помнишь, ты просил меня найти твой ключ? Да, вот, это я помню. Нашлась пропажа. Видимо, я не тот ключ нашел. Нет, ничего не помню, одна работа в голове. Да, пап, ну и память у тебя. Хорошо, пойду еще поищу. Направиться к маме. Я ж нашел какой-то ключ. Газовый ключ. Разве не этот? А привет, малыш, что мамочка может для тебя сделать? Мама, а ты не видела папин ключ? Да, видела. Твой братишка Кирк с ним игрался не так давно. Пойду схожу к нему. Знать бы, кто это еще. Девчушка. Ограждение. Так,
Братишка, наверное, этот. Братишка, мне нужен ключ. А, привет, чего тебе? Ты не видел папин ключ? А что, блин, да какой нафиг ключ, не видел я ничего. Спроси лучше у Кэти, подружки своей, а ко мне не приставай. Да ладно тебе, чего ты так завелся, скажи лучше, где сейчас Кэти. А, так у себя, наверное, в северо-восточной комнате, тебе ли не знать. Ладно, спрошу у нее, а с тобой это что не так? Не знаю, что делать, помнишь нашего дебила-переростка Булли? Ну тот в косухе без рукавов, что в юго-восточной комнате шатается. Так вот, я случайно... В него камнем попал, так он обещал меня побить. Блин, мне хана. Да, брательник, тебе хана. Расскажешь потом, как все прошло. А нефиг было камнем в громилу кидать. В северо-восточной комнате, Кэти. Вот это, наверное. Или вот это. Да, вот она, Кэти. Наверное, можно было тому помочь разобраться с громилой, но я думаю, он нас обоих бы утузил. Кэти, как с тобой поговорить-то? Блин! Я только сейчас понял, что у меня персонаж зовут Ноня. Я забыл ему имя написать. Ну, ничего, Ноня так Ноня. Привет, Ноня. Привет, Кэти. Я просто зашел. Так, не-не-не. Привет, Кэти. Так, мне нужен ключ. Не видел я такой? Маленький, с деревянной ручкой. А, ключ. Вроде мой папа Брук им какие-то гайки крутил. Кажется, так, она чем-то обеспокоена. Ясно, значит, твой папа последним видел пропажу. А у тебя что не так? Никогда тебя не видел такой. Моя мама сильно заболела, а этот старый пердун Пэт не хочет дать ей лекарства. Мамочке очень-очень плохо, мне страшно. Я поговорю с ним и достану лекарства для твоей мамы, не волнуйся. Пердун Пэт, окей. Спасибо, ты настоящий друг. Да-да, не парься, я скоро вернусь. Пердун Пэт. Сын богов. Может, вот этот? Да, доктор Пэт. Не, сначала ключ возьму. Стелла. Тартаровец. Может, этот? Как дела, мелкопус? Нет. А кто у нее отец-то? Ладно. Брук, наверное. А что тебе нужно? Я... Нет. Не буду так говорить. Похоже на диалог из этого, с четвертого Fallout'а, где там супергероем отыгрывали. Да, я тут папин ключ ищу. А, ключ в ящике рядом с моей кроватью. Передай папе спасибо за него. Спасибо за наводку. Сейчас все ящики обыщем, все заберем. Пусто. А вот и ключ. И еще какая-то фигня. По ходу игры вам будут встречаться большое количество самых разнообразных предметов. Наиболее важные и интересные из них помечены знаком звездочка в названии. Найдя такой предмет, берегите его, ведь, скорее всего, он является важной частью квеста или ключом к удивительным местам мира игры. Окей. Не вижу ни одного. А, вот, снизу, папин ключ, звездочка. Понятно. Пойду к пердуну доктору схожу. Надо в настройках, кстати, поставить всегда бегать. Привет, малыш, что ты хотел?
Блин, может сначала начать, чтобы имя нормально вести? Да, не, лень. Доктор, доктор, маме Кэти очень плохо, дайте, пожалуйста, ваше лекарство. Ты понимаешь, я ведь уже давал Стелле лекарство на этой неделе. Если я еще раз выдам ей лекарство, то в следующий раз его не достанется кому-нибудь другому. Но ведь ей очень-очень плохо, доктор. Нет, так делать неправильно. Я не могу просто так тебе дать родаут. Можем, если хочешь, на что-нибудь поменяться. Ах ты скотина. Главное, другому ведь не достанется, если я так просто отдам. Но вот если я его продам... Ну, попробуем. Родаут нужен, да? Я все-таки много мусора насобирал. Хилоп. Радиум. Родаут. Сколько он стоит? 176! Ты че хоть? Ты че хоть, доктор? Где я таких денег-то возьму? А, неплохо, два ключа ржавых за сотку. Сейчас весь мусор сбагрю. Отлично. Надеюсь, совесть тебя загрызет. До свидания, доктор. Эй, Стелла. Она там стул бьет. А, не Стелла, Кэти мне нужна. Моя мама сильно заболела, так, ага. Ты просила меня лекарство достать? Да, мамочка сильно болеет, у тебя получилось? Да-да-да, вот лекарство, протянуть Кэти инъектор. Ух ты, здорово, пойду отнесу их маме. Спасибо. Чмок от вас в щеку. Да не за что. Так. Каждое принятое решение влияет на вашу карму и на отношение к вам как отдельных персонажей, так и целых локаций. От уровня вашей кармы зависят варианты реплик, доступные в диалогах, варианты решения квестов и даже доступность квестов. Понятно. 200 опыта дали, ничего себе. Так, может все-таки братишке помочь? Все-таки братишка. Да. Рейдер какой-то пролетел. Так, надо сохраниться. Эй, братишка, сейчас поможем тебе. Чего такой нервный? Ага, я там кого-то камнем бросил. Блинский блин, он же такой здоровый. Пойду подумаю, что сделать можно. Держи меня в курсе. Ок, и это спасибо. Ну что ж, братан, бывай. Так, нужен какой-то булли. Какой-то булли. Мальчишка. Девчонка. Сын богов. Это-то кто? Это не сын богов явно. Да не пройти. Где-то на юге, по-моему, если я не путаю. Кого он там камнем-то кинул? Мальчуган. Так, надо вот здесь посмотреть. А здесь не пишут. Ну-ка, братан, где? Да чё они все бегают-то? Ну постойте, ну постойте вы на месте. Бегают все. Вообще вниз убежал.
Не, девчушка не нужна. Братишка. Знаю, у тебя были проблемы с тем дебилом с Булли. Давай вместе ему наваляем. Нас же двое, он один, пошли. Нет, я с ним драться не буду, да и тебе, если что, не советую. Ну ты засыха. А где этот Булли-то вообще? Может вот этот? Нет, один из слуг. Мальчуган. Вроде всех просмотрел, но нету никакого... Почему туда? Экран не двигается. А, это все конец экрана, типа, да? Да не, не может быть конец экрана. Туда вроде еще правее двигалось. Что-то мне не хочет туда экран двигаться, странно. Блин, это все проблема, походу, из-за двух мониторов. Девчонка, мальчишка. Короче, пофиг на Булли, наплевать. Я не знаю, где он. Пойду лучше папа не ключ отнесу. Привет, сынок, как дела? Привет, я тут ключ нашел. Да-да, вот он. О, да. Ого, да, ты впрямь человек-сыщик. Спасибо, брат, выручил. Чем ты таким... Чем бы тебя таким отблагодарить? О, я, конечно, знаю, что ты еще маленький, что насилие не выход, но на всякий пожарный держи вот это. Протягивает вам кастет. Вдруг придется обороняться от твари с поверхности или от Булли какого-нибудь. Прикольно, пойду опробую на ком-нибудь. Ну, теперь сам Бог велел найти Булли. Сам Бог велел найти Булли. Красота. Ну-ка, может, братик пойдет? Я ему скажу, что у меня кастет есть. Что он передумает, покажет мне, где он находится. Мне как неудобно. Как неудобно. Не, засыка. Не хочет идти. Булли навалять. Я просто не знаю, кто из них Булли. Еще не... можно понять только, когда они на месте стоят. Они вообще никогда на месте не стоят. Это девочка? Ничего себе. Блин, ну нету Булли никакого, ну ё-моё. Так, папаня. Папаня, дай еще какой-нибудь квест. Не дает квеста, значит, маманя. А где маман? Вот это, наверное. Да. Что мамочка может для тебя сделать? Ничего. Странно. Где-то была кнопочка, я помню, за задание. Тартар, жилой уровень. 25 лет, имя Нони. Вроде в Fallout вообще не пускали в игру, когда имя не вводишь. Чуть нету заданий-то. Может, меня эти выпустят?
Че, нельзя туда? Ну, ё-моё. Непонятно, что дальше делать. Так, плохо направо карта двигается из-за того, что у меня справа монитор второй. Не, ну туда можно карту двинуть все-таки, но она хреново идет направо. Так-с. Блин. У меня мышка на второй монитор вылезла. Стой, какой, как бы ее обмануть-то? Надо срочно сохраниться. Возможно, мне сейчас вылетит игра. Ну-ка, если вот так нажму. Да, черт. И она не разворачивается. Понятно. Сейчас перезапущу. А это довольно непросто перезапустить, потому что она не закрывается. Все, закрылось. Вот, сейчас мышка на второй монитор не лезет, отлично. Это багуля, видимо, была. Блин, лезет, твою ж. Что с ним делать? А, я знаю, надо, короче, до конца налево ее, и потом вот так. Ну, это капец неудобно. Либо вот так двигать карту. Стой какой. Вот сейчас она направо вообще не двигается почему-то. Но ведь туда можно, я ж двигал ее туда. Не-е-е. Я не знаю, с кем еще говорить. Где вообще я? Я потерялся опять. Вот. Можно по стенам заметить, когда они прозрачными становятся. Вот это я бегу. Походу, Були надо найти, потому что больше квестов-то нет. Может, Були просто мальчуган называется. Пацан. Буду, короче, со всеми пацанами говорить. Может, вот это Були? Нет, девчонка какая-то. Тартаровка. Тартаровец. Мальчишка-мальчуган. Ну-ка, а где пацан? Тут где-то пацан был. Во, пацанчик. Пацанчик, ты случайно не Були? Он сейчас со мной не хочет говорить. Мама, он первый начал. Не приставай ко мне. Кто есть Були?
Может, спереть что-нибудь? Странно, что здесь ничего не дают за то, что я ворую из ящиков. Камень. Печать. Бинты. Все забрать. Все мое будет. Там книжные стенды, видимо. Не пройдете туда, окей, а вот сюда. Пусто. Почему туда нельзя пройти? Тут же есть открытый проход. Привет, Арчвали. Экран слишком мелкий на этом, на стриме. У меня потому что все очень мелкое. Були! Були, я нашел его наконец-таки. Он реально здоровый. Ты куда побежал? Ну-ка, стой. Сейчас драться будем. А, чё тебе надо? Давно не получал? У меня вообще-то кастет есть. А ты чё такой наглый, а? Ну-ка иди сюда. Ну-ка иди сюда. Ядрить, у меня палка какая-то. Вы теряете 5 единиц кармы? А за что? Почему ударить нельзя? Мне пора, я пошел. В смысле? Давай драться. Ах ты. Ну есть же 3 очка действия, не? А, цель слишком далеко. Да он заколебал. Примерно такой же маленький, как Fallout в разрешении. Таком же. Ну ладно. У меня не хватает 1 очка действия. На то, чтобы ударить его. Я еще ловкость нормально вкачу. Ну и что мне делать с этим очком действия? О, он вроде нормально подошел. 6. Нет, не хватает. Может, есть что-нибудь? 4, 3, 4, 5. Блин, слишком много нам. Я не могу его ударить, тупо он бегает. 8 очков, чтобы дойти. У меня всего 8. Нет, у меня 9. Отстой какой-то. Что с ним делать? О, он в угол зашел. Вот это ты попал, чувак. Вот это ты попал. Все, должен дойти сейчас. 4 очка действия и удар. На тебе. На 4. Отлично. Все. Он теперь встал. Ничего не делает. Такой мелкий шкет за здоровяком гоняется. Он опять в угол пошел, красава. 7. Не хватит 1. Все, попался, попался. Два раза даже успею ударить. Надеюсь, я его не убью.
Опять в угол побежал. Ну и где он там? Непонятно, почему он ответку не кидает. Все, победа. Вы слышите, как вас зовет мама? Через весь этот, через все это здание огромное. Ладно, побежали. По-моему, как-то в оригинальном Fallout лечился баг с двумя мониторами. Я не помню как. Чтобы нормально вот это все двигалось. Может, она меня по рации вызвала? Как я ее услышал. Сынок, ты выглядишь усталым. Не хочешь прилечь поспать? Не против? Столько всего сделал за сегодня. А, не, подожди. Как выйти из диалога? И типа все, я квест-то не сдал, братишки. А. Я ж були-то завалил, а квест не сдал. Надо было не подходить к маман. 10 лет спустя. Сын, что ты хотел? Что ты здесь делаешь? Почему не трудишься? Отец хмурится. Тебе следует сейчас же спуститься на фермы и спросить у вестника про дневные поручения. А ты почему не трудишься? Ты ведь постоянно здесь торчишь. Ты ведь знаешь, каждый глава следит за исправностью своего угла. А у нас опять раковина течет, чертова раковина. Ну ладно, придется на ферму идти. Вы должны спуститься на этаж фермы и получить список дневных заданий у вестника, стоящего в центре ферм. Для перемещения между этажами Тартара используйте переходы лестницы за спинами охранников. А вот здесь где-то? Или снизу? Музыка изменилась, кстати. Такс, нет, видимо, не здесь. Как направо-то двинуть? Эх, направо не двигаться. Блин, вот это отстой. Направо там еще половина карты, но я не могу двинуть направо. Из-за того, что у меня мышка влетает на второй монитор. И стрелочками не двигается почему-то там. Может, где-нибудь здесь можно спуститься. Трубы. Это что за значок? Ага. Это с умениями. Можно, наверное, раковину, кстати, починить, попробовать. С умением 15-то. Нет. Ремонту не подлежит. У меня еще мусор не забрали. Я 10 лет с собой таскал этот мусор. Теперь главное найти эту лестницу на нижний этаж. А, может, камера не двигается из-за того, что типа я довольно близко здесь стою. Когда поближе подойду, тогда она будет двигаться. Ну-ка.
Да. Теперь двигаться-то из-за широкоформатного разрешения. Так. Вон и лестница. Эй, слуга, ты вниз собрался? Загляни на тех уровне в подсобку и принеси мне бутылочку того напитка из агрегата. Сын богов. Конечно, сын богов, а как мне это сделать? Ну, ты тупой. Держи вот 11 конфет, не ешь их, сунь их в аппарат, который в подсобке стоит. Подставь пустую бутылку и нажми на кнопку, и не вздумай это пить. Окей, понятно, я мигом. А у меня вроде всего одна своя конфета была. Да. За 10 лет только одну конфету накопил. Подсобка. Я только не понял, она на этом этаже или нет? Наверное, на нижнем. Ну, если что, я себе оставлю конфеты. Это, видимо, местная валюта здесь. Блин, свернулась, нет, свернулась игра. Черт. Да, я, короче, с этим намучаюсь. А сейчас я перезапущу. Не заметил, что мышка вылезла на второй экран. Нажал и все. И все. А сейв был, по-моему, перед Були. Фалач. Это от русских разрабов, насколько я знаю. Олимпус так и называется. Игра во своей... Короче, в своей вселенной, не связанной с Fallout'ом, скажем так. Теперь главное понять, кто я. Из всех этих мелких карапузов. А, вот я бегу. Может, с Були можно договориться, не драться с ним? Надо было сохраниться после этого 10 лет. Попробую сейчас договориться просто. Чё тебе надо? Давно не получал. Спокойнее, я по поводу моего брата хотел поговорить. А чё тут говорить? Он в меня камнем кинул, он метился, я видел, как с детства ему братишки. Про сюжет сказать? Я только играть начал. Проснулись в каком-то убежище. И что-то пытаемся сделать мелким карапузом. От начала игры, так что я не могу пока про сюжет сказать. Да он случайно попал, просто играл с камнями. Забей на него. Случайно показать бицепс на правой руке. Я думаю, это не прокатит, ну да ладно. Ну, ах, блин, неохота мне об вас пачкаться, козявки, вали отсюда. Можно было с ним и не драться. И карму, наверное, не ухудшил. Да? Красота. Сразу сейчас к братишке подойду. Может, он мне опыта даст. Мальчишка. Вот братишка, по-моему. Да. Братишка, постой. Знаю, у тебя были проблемы с тем дебилом, с Були. Спрашиваешь. Конечно, помню, что думаешь делать. Проблема решена, можешь больше не париться. Вот, спасибо, я твой должник.
Конечно, однажды я тебе об этом напомню. 209 опыта, между прочим. Да, все, ложимся спать спустя 10 лет. Словно смотришь выпуск «Криминальной России» музыка. Ну, может быть, что-то есть такое. Все-таки вроде от русских же разрабов игра, так что может есть что-то от «Криминальной России». На поля нас отправляют, все понятно. Сохраняемся, короче. Заодно сейчас повнимательнее прочитаю, где там автомат с напитками. У меня опять мышка вылезла. Второй монитор. Главное не свернуться. Все очень мелкое, все куда-то бегут, и я вот сейчас не понимаю, кто из них я. Так, где мой персонаж? А, вот, я вообще с другой стороны прибежал, лол. Мне как раз туда и надо. Ты вниз собрался, загляни на тех уровней в подсобку. Да, видимо... Видимо, внизу где-то подсобка. Заглянем, обязательно. Подсобка. Хрен, может внизу подсобка? Непонятно где. Сын богов. Тут как-то с освещением проблемы, я смотрю. Вестник, ты там не нужен. Имя. Имя у меня Ноня, потому что я забыл ввести имя персонажа, и у меня теперь по дефолту имя Ноня. Я Ноня, мне нужно взять дневное задание. Имя Ноня у меня. Ты опаздываешь, слуга технологии. Все твои братья и сестры уже давно трудятся, им достались все задания. Насколько я помню, в Fallout'ах вообще не запускали тебя в игру, если ты имя не ввел, а здесь запустили. Я что-то и забыл про него. Трансформатором займусь, но у меня ремонт хреновый. Но работа ведь никогда не кончается, я не могу ничего не делать. Смотрителям это не понравится. Да, ты смышленый. Раз так, вот твои задания. С лавашами творится что-то неладное. Они постоянно валятся, мычат, ничего не едят. Тебе нужно выяснить причину их немоготы. Трансформатор на северной стене опять искрит. Нужно его починить. Ну и самое простое, принести с тех уровня смотрителям лавашей 12 канистр воды. Угу. Все ясно, пойду разбираться. Я не хочу понижать разрешение, иначе у меня все на втором мониторе слетать будет постоянно. То и очень будет неудобно. Я тоже в монокль все вглядываюсь. В принципе, я зачитываю диалоги, так что я думаю, страшно. Так, пойду сначала на тех уровень. Нет, пойду вот эту попробую починю. А, это не проблема с освещением, это типа вот это искрится, и поэтому освещение вот так мелькает. Вот оно что. Сейчас починим, попробуем. Ремонт искрящего трансформатора — дело сложное и небезопасное. Если ваш навык ремонт достаточно высок, можете попробовать использовать его для ремонта. Если вы сомневаетесь в своих ремонтных способностях, используйте навык «Изучить» и попытайте удачу своими руками.
Но если ваш язык хорошо подвешен, можете просто попросить кого-нибудь другого починить трансформатор за вас. Например, Смитти на техническом уровне. Короче, нафиг. Идем к Смитти. Пускай он починит. В общем, это не баг, освещение, как оказалось. Это так задумано. Вот что раздражает, то что когда ходят персонажи, нельзя посмотреть, как их зовут. О, Смитти. У меня, правда, навык красноречия не особо высокий. Эй, да ты ж сынишка Джона, рад тебя снова видеть, с чем пришел? Он бухой, короче. Слушай, Смитти, у тебя случайно нет лишней пустой бутылочки для меня? Я же тебя знаю, ты всегда держишь одну про запас. Думаю, мне бутылки пригодятся. Ишь ты какой резвый. Знаешь, знает ведь прекрасно, что цельных-то бутылок почти не осталось. А все равно просит. А знаешь, дам я тебе бутылочку, но за маленькую услугу. Ну давай, выкладывай. Ты ведь знаешь мою самогонную... Макину Магнифика, ту, что в подсобке здесь стоит. Сколько любви и чувств я в нее вложил. Но вот скотина конфет жрет много, а их уже почти совсем не осталось. И решил я ее усовершенствовать, конфетный фильтр двойного перегона сделать. Вот решетка фильтровочная, а вот спецподдон с желобком. И нужна-то всего решетку в желобок вставить. Но так руки трясутся, не поверишь. Соберешь фильтр, да вставь его в аппарат, а я тебе за это бутылочку одолжу. Только ты мне ее потом обязательно верни. Его явно не стоит отправлять чинить трансформатор. Ладно, давай попробуем. Вы получили первое задание по сборке предмета для доступа к панели сборки. Сюда нажать. Понятно, понятно. Крафт. Welcome to Handmade System. Собрать самогонный фильтр. Собрал или нет? Собрал, нормас. Так. Видимо, его еще куда-то надо вставить. Смитти, у меня не получается починить трансформатор на втором уровне. Так ты, дубина, пальцы-то под ток не суй. Осмотри его трансформатор этот как следует, изучи. Пойми, между какими проводами искрит, да и соедини их. Ну или доверься своему навыку ремонта, который у меня всего на 15. И с закрытыми глазами шуруй там, авось получится, делов-то на 5 минут. Раз так просто, сходил бы да починил, подай мне пример профессиональной работы. А что, схожу и починю, раз уж ты такой криворукий. Давай, давай, я тебя здесь подожду. Все, починено. Трансформатор починен. Ну вот, все готово, свет горит, искр нет, учись, студент. Спасибо, Смитти, ты настоящий друг. Теперь надо самогонный аппарат найти. Может этот? Для обработки воды. Может здесь где-то? Бак с водой. Но они ж не самогонные, они обычные аппараты, очищающие воду. Может здесь? Нет, станок. Еще один станок. Мне еще надо сколько-то бутылей воды принести. Что есть самогонный аппарат?
понятно. Куча мусора какого-то. Смити, гляжу, от тебя самогонкой разит, я лучше... Нет. Потом не заскочу. Мне бы твоего совета, Смити. Не надо никакого совета. Мне нужен совет, где у него самогонный аппарат. Это станок. Ладно, попробую вот сюда куда-нибудь вставить. Может получится. Я потерял персонажа опять своего. Кто он? Где мой персонаж? Вот он стоит почему-то. Надо какую-то одежду такую заметную найти. Сюда не вделывается. Сюда тоже. Попробуем сюда. Это не канистры с водой? Да, мне как раз их надо взять. Вроде 11 штук, если я правильно помню. Ничего себе, он силач. А, все, не могу больше нести. Пойду отнесу канистры. А не, подожди, подожди, попробуй сначала... фильтр вставить. Нет, не получается. Ладно, потом найду. Просто ударил. Вроде уже процентов на 80 сделана вторая часть этой игры. Или там сиквел, или как он называется. Или продолжение, или предыстория, не знаю точно. И правда, свет-то не мигает больше. Починил, Смит, молодец. А, я по поводу дневных заданий. Мне еще какие-то лаваши надо найти. По поводу трансформатора. Все починено, больше он не должен ломаться. Молодец, боги будут довольны твоим старанием. Да-да, рад стараться для богов. А можно часть канистра отдать им? И как мне взять все канистры? Вот это непонятно. Они типа не влезают. Еще надо 4 штуки. Может что-нибудь выложить? Куда-нибудь. Ящиков-то нету на этом уровне. Во, вот сюда можно выложить. А, загрузка на F4. На F5, на F5 загрузка, на F4 сохранение. Окей. Сейчас бы как загрузился, загрузился. Ну чё, вот это выклад... Всё выкладываем, кроме воды. Теперь... Может, влезет еще 4.
А если б я вообще силу не прокачивал, как мне выполнить этот квест? Там же сила, по-моему, влияет на перенос. Возможно, вот здесь надо что-то забрать. Тут ключ сперли у кого-то. Он не может больше взять. Как задание посмотреть? У вас нет органайзера. А задание, скорее всего, в органайзере. Блин, отстой какой. Зря только сбегал. Ладно, смотрюсь пока здесь. Что еще тут есть? Мыло 72%. Растрепанная книга. Ну-ка, ее можно прочесть? Нельзя. Мне кажется, все-таки надо вот здесь, сюда фильтр вставить, потому что она подсвечивается. Вон там снизу еще что-то есть. А-а-а, вот ты где спрятался. Вот, видимо, где самогонный аппарат стоит. Там про подсобку же что-то говорили. Но только опять же, что делать с водой, которую я не могу унести сразу 11 штук? Старая ложковилка. Может, что-нибудь найду? Интересно. Нет. Пойду, короче, за своими вещами и чинить этот. Самогонный аппарат. С водой непонятно, что делать. Можно выбросить, кстати, рядом с ним, может, так поможет. Это что такое? Кукурузина. Канистры с водой для лавашей. А лаваши это вот эти, да? Может, надо куда-то им отнести? Нет, это омерзительно хрюкающее существо. Смотритель лавашей, во. Может, тебе воду надо? Мне сказали, вам воды нужно принести сколько? 12 канистр.
Это же сколько раз мне туда-сюда бегать? Погодите-ка, да это ведь ваша обязанность. Это обязанность того, кому ее поручил вестник. Разве это мне он сказал воду перетаскивать? Нет, может мне ему доложить, что ты не хочешь трудиться? Ваша взяла, сейчас все принесу. Да блин, и как им? Во, воду принес, держи. Осталось еще 5 штук. Сейчас притащу. Эх, погнали еще за водой. Ну хоть нашел кому отдавать ее. Бутылку он мне пустую, по-моему, отдал. Так что можно и у охранника квест уже выполнить будет. Раз, два. Короче, все надо канистры, которые здесь есть. Там еще придется с крысой драться, которая около самогонного аппарата. Кстати, может в меню есть что-нибудь про интерфейс? Не, ничего нет. Чтобы побольше сделать. А куда убежал этот? Вот он, наверное, ходит. Эй, смотрите лавашей. Подожди. Я воду принес. Молодчик, смотри-ка, один все 12 принес. Спасибо, услужил. Против приказа не пойдешь. Ладно, бывай. Пойду свои вещи заберу. Если их никто не спер, конечно. Да, никто не спер. Он мне еще что-то говорил, надо сделать. Насчет канистр с водой. А, что с канистрами? Они должны быть уже у смотрителей лавашей. Именно так я принес все 12 канистр. Ну и тяжеленные они. Молодец, боги будут довольны твоим старанием. Да-да, рад стараться для богов. А что не так с лавашами? Они ведут себя странно, мало едят, много пьют, их фекалии воняют сильнее обычного, и самое главное, они постоянно худеют и плохо размножаются. Если так и дальше пойдет, то нам нечем будет питаться, и боги разгневаются. Угу. Надо как-то вылечить свинтусов. Вот это кто такой? Слуга жизни. Я слышал, лаваши болеют. Да, вид у них какой-то больной. Ну да, только это не моя вина. Ни с того ни с сего они вдруг дрестать начали. Да вонюче так. Едят плохо, мычат постоянно, падают. Ума не приложу, что с ними такое. А чем вы их кормите? Так, ботвой от кукурузы и кормим, как обычно.
А чем вы их поете? Поим водой фильтрованной, которую нам с тех уровня приносят. Хотя, погоди-ка, в последнее время от воды воняет сильнее обычного. Может, с фильтром чего случилось? Пойду разбираться. Да, вода там была... Нет, нет. Черт. У меня игра свернулась. Надо почаще сейвиться.
Да подожди, принесу я твою выпивку. Или ты меня теперь не выпустишь? Ах ты! В смысле? Как ты смеешь заставлять меня ждать? Почему так долго хочешь прогневать богов? Да пошел ты! Короче, понятно. Мне теперь и наверх не выйти без выпивки. Где пойти? Где пойти? Вообще нет такой нигде. Два этажа просмотрел. Так, ладно, пойду чинить этот с выпивкой автомат. Может, здесь где-нибудь? Да нет, тут одни мужики тусят. Там кто-то есть. Внизу, походу. Она ж не может меня заразить чем-нибудь. Да, это не XCOM, где бессмысленно бить с 50%. А еще что такое? Убивая кого-то, вы не только увеличиваете свой счетчик убийств, но также меняете свою карму. Будьте крайне внимательны, стреляя очередному собеседнику между глаз, ведь если он окажется сюжетным персонажем, то вам придется прокладывать дальнейший путь через гору трупов. Крыса явно не сюжетный персонаж. Мусор. Вы успешно установили конфетный фильтр в аппарат. Сколько надо конфет?
Так, пожалуй, сейвануть на всякий случай. Чтобы лишние конфеты не просрать. Вы полностью заполнили конфетоприемник. Отлично. На вашу ладонь попадает капля напитка, и жгучая боль заставляет вас одернуть. Блин, да! Надо же бутылку было сначала поставить. Зачем я в руку пытался налить? Так, значит, сначала конфеты. Затем... Сколько, кстати, конфет ушло? 5 штук вместо 7. Нормально. А нет, стоп, 11 должно было, по-моему, конфет уйти. Ушло 5, нормально. Теперь бутылку, которой у меня почему-то нет. What the fuck? А где бутылка? Так, подождите. Кто спер мою бутылку? Может, я ее не взял? Мне вот этот чувак обещал бутылку дать. Почему ничего не дал? А, видимо, на этом сейве с ним не говорил. Ты же Снежка Джона, рад тебя снова видеть, с чем пришел. Все готово. Собрал твой фильтр и запихал его в аппарат. Бутылочка. А, он, видимо, бутылку мне обещал после того, как я починю. Какой-то умелец, да шучу я. Его и младенец бы собрал, смеется. Но слово свое сдержу. Вот бутылка, да смотри, не урони ее. Давай, давай, шутник старый. Забрать бутылку. Ну, пойду использую ее по назначению. Отлично. Отлично, я свернул игру. Все, перезапускаюсь. Хорошо, что прямо сейчас вот сохранился перед этим диалогом. Я думал, попроще будет со стримом этой игры. Ну вот, что такое? Это что такое? Отлично. Не тот сейф. Мужик, бутылочку. С тебя бутылка. Угу, угу. Вот здесь подстава. Я веду мышкой туда, и она мне уходит на второй монитор. Все, больше меня так не подставите. Там реально кто-то сидит в воде, походу. Привет, Серегас. Вы успешно наполнили бутыль ядерным напитком, но вот стоит ли его пить? Конечно же нет, отдам его охране. И что мне дальше-то делать? Мне надо найти как-то починить вот этот фильтр теперь. Кэрол. Кэрол мне не нужна. Агрегат почистки выглядит неисправным. Идентификационный номер затерт.
Еще бы спросить разочек, у кого там его искать. Слуга воды. Слушай, я тут припрятал для тебя кое-что, ну лады, потом поговорим. Чего? Блин, он больше мне не говорит, кого мне надо найти. Какой-то Кэти, ее отца. А как отца зовут, я не помню. Вы видите устройство. Этого мужика зовут устройство. Вот где мне Кэти искать? Может, Кэрол нужен, а не Кэти? Пойду вот с этой поговорю. Это надо вот так всех жителей просматривать. Просто жесть. Так, никак мужчинки не обойтись без женской помощи, а? Да я просто мимо проходил, хотел поздороваться. Ну, пока. На самом деле, да. Выкладывай. Начинаю потроллить. А больше нечего у нее спросить, так что... Хотел спросить, у тебя усы еще не выросли? Да я тебя пошел вон, шутик долбанный. Все, все, уже пошел. Впечатление, но я пока только начал играть. Пока непонятно. Вроде неплохо. Много беготни только по одним и тем же локациям в начале. Плюс не хватает списка заданий. Сейчас, в общем, надо кого-то найти, а я уже забыл кого. И не посмотреть никак, кто мне нужен. Ну и сложно искать людей, вот допустим. Я хочу посмотреть, как зовут эту. Я не могу посмотреть, потому что она идет. Кэти, ты-то мне и нужна. А, привет, как делишки? Я вот как раз о тебе вспоминала. Кэти, ты не знаешь, что с твоим отцом? Он совсем забросил работу. А, не обращай внимания, у папочки как бы, ну, он не видит смысла в том, что он делает. Думаю, это у него временное, пройдет скоро. Знаешь, если это скоро не пройдет, он может оказаться в жерле Аида, а потом удобрит грядки, на которых ты растишь свою кукурузу. Ты ведь знаешь, это очень серьезно. Да-да, ты как всегда прав. При первой же возможности поговорю с ним. Вот и чудненько. Ну, типа, мне надо побыстрее, чтобы она с ним поговорила. И что делать? Так, пойду. Может, с этим можно сдать уже квест? Я по поводу дневных заданий. Про лавашей. Я все узнал. Причина в сломанном агрегате по очистке воды. Ты знаешь серийный номер агрегата? Кто ответственен за его работу? Кто тот слуга, что не починил его? Что делать? Я не смогу его починить, я слишком плох в ремонте. Я выясню это и немедленно доложу. Наверное. Ты можешь посмотреть запись своего стрима. Или записать на листочке. Ну такое. Это должно быть в возможностях игры. В первых Fallout'ах были квесты. Здесь тоже вроде должны быть, но видимо в начале, поэтому нет. Комп у тебя тормозит или у меня? Придется настучать, его сожгут в жерле Аида, а что делать-то? Я сам навряд ли починю. Какая инициатива? Да будет так, ты должен починить этот агрегат. Все равно надо его починить. Хорошо, придется это сделать. Зашибись. Там какой-то детали не хватает. Я без понятия, где она. Ну, как эти? Привет, как делишки? Я вот как раз о тебе вспоминала.
никакой помощи от нее. У меня тут левелапчик. Чтобы прокачать. Ремонт как раз можно прокачать. Может, справлюсь. Там вроде кто-то появился. Видимо, он чинит уже его. Ну-ка, ты кто? Слуга воды? Нет. А ты кто? Местный житель? Тоже нет. Как его починить? В горле не пересохло, подмигивает. Типа тебе бутылку надо достать или что? Вы так ничего и не узнали. Ремонт ничего не исправит. В агрегате нет целого узла. А что если я сломаю? Возьму узел из другого агрегата. Так, а что если... А что если... Попробовать спереть что-нибудь? Надо только скрытность включить. Хамуха. Игра свернулась. Включил. Скрытность. Во втором Fallout тоже была фигня с сворачиванием игры, только она разворачивалась. А это не разворачивается вообще. Хотя бы я сохранился опять перед воровством. Такс. Надо просто, когда делаю мышку на вторую половину экрана, сразу смотреть, чтобы она не вышла на второй монитор. Красца. Будьте аккуратны. Да-да-да. А что, не получилось, что ли? Ты куда ушел? Ну-ка, иди сюда. Куда он ушел-то? Он пропал в сине... А, вот он. Блин, слуга воды, ну подожди, мне надо спереть у тебя что-то. Наверное. Куда он пошел? Можно еще со Смитти попробовать поговорить. Он все-таки... Так, где этот навык-то? Короче, слуга воды вообще ушел куда-то. Попробую со Смитти поговорить. Может, поможет. Мне бы твоего совета, Смитти. А, конечно же, что у тебя опять не получается починить. А будто ты не знаешь, у тебя под боком агрегат по очистке воды стоит неработающий. Да, он уж недели две как стоит, чертов механизм. Думаешь, я не знаю, как его чинить?
Там же целый узел полетел. Фильтр насоса. Сам фильтр у меня есть. Но к нему нужны еще клапан и кронштейн. А бегать по всему тартару искать их у меня сил совсем нет. Вот, держи фильтр, клапан поищи в каком-нибудь старом автомобиле на парковке. А с кронштейном вроде мальчишки на жилом уровне игрались. Как все запутанно. А что мне потом делать со всем этим барахлом? Как соберешь все детали, соедини их вместе. Получишь собранный узел. Потом пихнешь его в агрегат и все, делов-то. Зашибись. Что здесь за толпа людей? А где вообще гараж или что? Там парковка, он сказал. Что за парковка вообще? Да ё-моё, игра, ну хватит сворачиваться-то. А где вообще парковку искать? Что-то без понятия. Еще когда скипаешь заставки в меню, на Escape нажимаешь, в конце оно тоже вылетает. И то. Значит, надо к Смите бежать сразу. Я вообще здесь ни одного автомобиля не видел. Фиг знает, где его искать. Ведь работает три фильтра. Почему не взять воду из этих трех фильтров? Почему именно надо брать воду из четвертого неработающего? В чем логика? Он дал ведь мне фильтр свой. Да, фильтр дал. В автомобиле на парковке. Может, вот эта парковка? Нет, это опасно. Отойди, тебе туда нельзя. Больше выхода-то нету никакого. Ладно, пойду в жилой район к пацанам искать у них деталь. Опять же, у кого из мелких пацанов искать? Вот где-то здесь один стоит. Ну-ка, иди сюда. Давай поговорим. Привет, Верзила, чё тебе? Здорово, пацан, ты случайно не видел здесь это кронштейн? Ничего не понимает, смотрит на вас. Попытаться описать кронштейн. А, ты ищешь сокровище, но сокровище надежно спрятано от недостойных. Ну, таких как ты. А ну гони сюда свое сокровище, малявка. Неубедительно, пока недостойный Верзила. Ах ты. Ну-ка давай, сейчас по-другому поговорим. Привет, Верзила, чего тебе? Я попробую тебе доказать, что я достойный. Ну, есть способ. Отгадай загадку. Кто крадется ночью тё... Надо было сохраниться.
Кто крадется ночью темной по дорожке потаенной? Хочет съесть твои мозги, чтобы впредь не ныть с тоски. Наверное, голодный зомби. Не, не угадал, пока недостойный верзил. Ах ты. Ну-ка, еще раз можно? А, можно еще раз отгадать. Может быть, ужасная тварь. Ты знал. Ладно, сейчас принесу. Вот, держи. Так бы сразу малявка. Кронштейн теперь у нас есть. Шикарно. Теперь надо найти парковку какую-то. А, кстати, вон там же выход был. Может, там пустят меня? Тогда не пускали. Хотя не особо-то похоже на парковку. Не, сюда не пускают. И где эту парковку искать? Может, еще где-то есть детали-то? А, кстати, я же этому бутылку принес. Может, надо было тому отдать слева, чтобы он меня пропустил? Принес, что было прошено. Да, конечно, вот, протянуть бутылку. А давай сюда. Свободен. А, где же благодарность? Пошел отсюда. Окей. А здесь, по-моему, два входа есть, не? Нет, только один. Ну вот, выход есть, но сюда не пускают. Что это такое? Массивная дверь. Непонятно, куда ведет. Хм. А что там слева у нас? Никакого выхода нет. Ну и где вашу машину искать? Так, подойду-ка еще к Смите, может, что расскажет. Что-то плохо экран двигаться, надо сохраняться. Чувствую, скоро опять свернется игра. Ага, мне бы совета. Я тут пытался собрать эту хреновину для агрегата, но ничего не выходит. Может, ты соберешь, а я вставлю в агрегат? Ты хоть все составные сначала найди. Неужто я как молодой буду по уровню бегать до запчасти искать? Я не знаю, где их искать. Короче, буду весь мусор оббегать. Я даже не помню, как эта запчасть называется, которая мне нужна. Может, в мусоре где валяется? Ничего нет.
О, меня, кстати, туда не пускали. Сейчас можно посмотреть, что в этих коробках. А в них ничего. Может, ученый поможет? Нет. Ну и где эту машину искать? Тут вообще нету парковки никакой. Мы в закрытом помещении, в бункере. Какая парковка, черт. Берем, короче, все. Просто весь мусор сейчас уровней соберу. Если не найду, то даже не знаю. Ничего нет. Вот сюда бы заглянуть, но там тетка не пускает. Вообще в крафте, наверное, название должно быть написано того, что надо. Две бутылки, ничего себе. Фильтр насоса. Нужна вот такая фиговина, что-то такое. Нижняя вот две есть. Навыком ремонта не ниже 100%. Ничего себе. Ну ладно, собрать-то тот может. Главное, где детали найти. Простите, но вам чего-то не хватает. У вас правда обе руки на месте? Короче, на фильтр похоже. Похоже, между прочим, на фильтр из того автомата. Может, вынуть можно? Или меня теперь этот не пустит? Не, нельзя вынуть. По-моему, я сюда этот фильтр вставлял такой же. Надо где-то еще искать. Может быть, у какого-нибудь из торговцев есть. Смотрящий, что за смотрящий? Чего у тебя? Что-то вся фигня. Тут вообще ничего нету. Девушка-повар. Слуга технологий. Возможно, у нее что-нибудь есть. Ремонтник тоже неплохо. Здравствуй, здравствуй. Привет, братан, как житуха? Хреново. Не могу фильтр найти. Здесь тоже вообще ничего нет.
Так, вон там две полки. Камень, детский рисунок. Да. Сейчас доктору хлам спихну. Я еще весь жилой, конечно, квартал не обошел. Может, там что-нибудь есть? Конечно, полно ящиков. Пустых. Все обшмонаю. Хотя вообще вещь квестовая, наверное, ее нету в нескольких местах. В какой-то машине все-таки искать ее. Где может быть машина в бункере? Растрепанная книга. Один мусор. Я уже обшмонал, это вообще наши ящики, по-моему. Какой-то глаз был. Не видите ничего необычного. Вообще, мне кажется, вон туда надо как-то выйти. Ну, хрен знает как. Отойди, свет загораживаешь. Может, папаня знает? Так, это не папаня. Кирк. Наверное, брательник. Что нужно? Ты почему не работаешь? Ну ты умник, блин. А чем я занимаюсь, по-твоему? Видишь, отцу помогаю. Мне же комбинезон еще рано. Кирк явно раздосадован тем, что он младше вас. Ах, да, точно. Ничего, скоро подрастешь и тоже будешь работать. Кирк смотрит на вас, как бык на красную тряпку. Да не огрызайся ты, я ведь просто спросил, а вот еще хотел спросить насчет ничего. Насчет, где мне найти этот чертов фильтр. А где отец-то? Он тут должен быть. Странно. Убежал куда-то батяня. И маман тоже убежал. Смотритель? Ничего себе. Не хочет со мной говорить.
Ладно, еще вот эти досмотрю вещи, и потом пойду хлам к доктору сбагривать. Шелковые перчатки. Только их можно надеть? Наверное, нет. Можно, а зачем они нужны? Если вы хотите кого-то ограбить, то этот элемент одежды окажется очень кстати. Неплохо. А, как успехи? Я все-таки ищу фильтр. Все-таки ищу фильтр. Нужно найти стоянку, мне сказали, с автомобилями. И типа в какой-то из тачек спереть фильтр. Ну, я вообще не представляю, где в бункере может быть стоянка автомобилей. Может, вот туда можно выйти? Сейчас попробуем. Ну-ка, тут какой-то вход все-таки есть. Та-дам! Я нашел ее наконец-таки. Теперь надо найти машину. Видимо, вот здесь. Аллилуйя. Да. Я нашел этот запах бензина. А тут одна бутылка, вы серьезно? Вы серьезно, бутылка. Молоток. Может, еще машина есть? Да, что такое? Что это за желтый квадратик? А больше. А вот еще машина внизу есть. Мини-бат, это для лазерной винтовки, видимо. Вспышка. Все не то. А больше нет машин-то, которые можно осмотреть. Так, вот это кто? Может, у него можно спросить? Мужчина-слуга. Нет, нельзя спросить. Мужчина-слуга. Тартаровец. Ошибись, нашел парковку, но нету деталей нужной. Может, есть еще какая-нибудь вторая часть парковки? Мне ж не вот это надо, по-моему. Светительная шашка. Не, мне вот такую бодягу надо. Слуга технологий. Что делать? Местный мужик. Местный мужик может поможет. Нет, не поможет. Так, а я откуда пришел? Отсюда или нет? Житель Тартара. Тартаровец. Так кто? Житель Тартара. Нет, это выход обратно. Надо где-то здесь искать. Вот это подстава.
Но вон там что-то валяется. За картой. Может оно? Правда, туда не пройти, по-моему. Из плотно сомкнутых губ до вас доносится рык. Не суйся, куда не следует, пацан. А что такое? Здесь живу точно так же, как и ты. Меня это не волнует. Брысь отсюда, щенок. Блин, ладно, ладно, меня уже нет. Я сначала сохранюсь, а потом уже можно и начать хамить. Ну-ка. По-любому у него моя деталь. Ты говнюк кого щенком назвал? А ну иди сюда. Ах ты ж, блин. У меня кастет есть, сейчас я ему насуваю. Обожаю боль. Это кто такой вообще? Бордюк. У меня жизни-то уже нету, я смотрю. У меня еще молоток был, по-моему. Можно попробовать с молотка его вынести. Черт, не могу попасть никак. Вы покинули этот мир. Возможно, вы сейчас на вершине Олимпа. Первая смерть. Первая смерть. Олимп, в общем, это такое большое здание. Очень-очень большое небоскреб, который построили. Во время войны, я так понимаю. И типа это считается самое такое понтовое место жительства в этой игре. Все хотят туда попасть. Чем выше, тем лучше. Мы, я так понимаю, живем в низах Олимпа. Или вообще не в Олимпе, фиг знает. Такс. У меня, кстати, мало здоровья. Может вылечиться как-нибудь? Это меня крыса-то надамажила, видимо. Когда с ней дрался. Пойду-ка я схожу к этому. К доктору. Обменяю хлам на аптечки и полечусь. Тут же нельзя, по-моему. Отдохнуть и выздороветь. Нет, нельзя отдохнуть и выздороветь. По-любому у того бомжа деталь нужная. Надо его как-то завалить. Да. Так закончилось приключение. Какой-то бомж меня вынес. Ядерный самогон, я ж отдавал, по-моему, не? Не отдал, что ли? Так, надо посмотреть, сколько стоит аптечка. Которой почему-то нет у него. Что за фигня? У него же были аптечки. Так, а может он меня так сможет полечить? Нет, не... Что это за доктор, у которого нельзя полечиться? У меня там бинты какие-то были. Нет, у меня тоже бинты сперли. Окей.
деньги не дал за камни и за шарики и за бумажку. Ложка-вилка бесплатно. Вы чё? Это ж ложка-вилка. И болты бесплатно. Чё-то он вообще ни за что деньги не дает. Ну мыло-то. И мыло бесплатно, серьезно. Во. Заберу одну отвертку. Или две даже. Теперь у меня какие-то бинты есть. Как ими пользоваться? Стоп. А, вот они. Оказывается, у меня были, видимо, бинты. Что-то не заметил сразу. Да, это место аптечек здесь. Знать бы, сколько у меня всего здоровья. Всего 38. Облучен я чем-то. Ну-ка, у тебя есть что-нибудь против облучения? Не показывает для чего-то. Радиом. Анальгетик. Что-то дорого. Тут всякие другая наркота, не как в Fallout, я хрен знает, что из них лечит от радиации. Так, отлично. Теперь должен завалить бомжа. Я даже молоток возьму. Который... вот он. Посмотрим, кто сейчас сильнее будет. Драться, говнюк. Ну чё, нога против молота? На 6, неплохо. Правда, я только два удара могу бить. Да ладно. Процент попадания 15, и я попадаю, ничего себе. Этот слуга технологий похож на, наверное, на кусок стены. Пьяный кусок стены. Вот почему это, короче. Просто пьяный мужик какой-то. Вот почему он такой нервный. Ну, что-то с кастета было процент попадания. Это 50 почти. Не, надо, видимо, с кастета было все-таки бить. Ох ты, вынес его. Или нет? Нет, не вынес еще. Нокдаун был. У меня жизнь не заканчивается. Еще встанет. У меня 3-4. Могу подойти на одну клетку. Нет, я не сдамся ни живым, ни мертвым. Че он тупит? Я ж дохлый почти. Видимо, он тоже.
Подождите, а чё тебе? Держись, свинья. В смысле? А какого черта это на меня нападает? Что вообще происходит? Алкаш первый на меня напал. Чё за фигня? Почему меня еще какой-то мужик бьет? Какого черта? На, типа, блин, я убил кого-то. Я не хотел убивать никого. Что происходит? Сейчас, наверное, весь город на меня сполчится. Все вот из этого алкаша. Куда он побежал? Такс. Девять процентов всего. Я его зажал, короче. Так, надо попробовать с кастета добить. О, 38, отлично. У нее ничего нету. Вы теряете единицу кармы. Видимо, их не надо было убивать. Я просто хотел вот эту штуку взять. Куда пройти? Ее никак не взять. Ё-моё. Чё за фигня? Короче, не надо было их убивать. Только где мне найти детали эту дурацкую? Машины я вот эти вроде все смотрел. Две двери и капот. Пусто. Может, я где-то закрыл наоборот капот и типа не просмотрел? Справа еще где-то была. Нет, видимо, сверху только. Вот здесь, возможно, две двери, а я только одну открыл. Нет. Нет, передняя не открывается. Черт. Вообще, вот эта часть выглядит, как будто здесь должно что-то лежать. Я, короче, в тупике. Да, вроде я его видел в юго-восточном углу. Кого ты видел в юго-восточном углу?
А, вот оно чё. А я ищу тут целый час уже. Тут еще какой-то капот. Наконец-то, наконец-то. Все. Прогресс. Погнали собирать. Как я не заметил эту часть? Я, видимо, вот так пролистнул и в самом углу эту машину не заметил. Так, мужик, я тебе отдал эту выпивку. А то у меня почему-то еще одна выпивка откуда-то взялась. А, можно мне пустую бутылочку? Эх, да, я ее кокну. Случайно. Шучу, братан. Вот, держи, вали уже отсюда глаза на мозолю. Можно бутылку вернуть Смите? Интересно, что там охраняют? Сейчас бутылку верну, а потом попрошу его, чтобы он собрал. А, что, тебе бутылку не надо отдавать, что ли? Ну ладно. А, я тут пытался собрать эту хреновину для агрегата, но ничего не выходит. Может, соберешь, а я вставлю в агрегат. Ну, тут без бутылки никак, вообще никак. На вот свой божественный напиток, последние конфеты на это извел. Ну да ладно, давай сюда свои запчасти забирает все у вас. И через пару секунд разворачивается и отдает вам собранный узел. Да, малыш, тебе еще учиться и учиться. Ничего, все приходит с опытом, пойду вкорячу узел в агрегат. Вообще это работа какого-то другого чувака, почему я должен ее выполнять? С починкой вот этого. Мужчина-водонос. Вы выполнили задание, теперь можете перейти к следующей части игры. Для этого воспользуйтесь вашей постелью на первом уровне. Окей. Я свернул игру. Так, может, она развернется? Может, как-нибудь. Ну, как-нибудь. Играет только музыка. У меня картинка замершая. Как же это бесит. Ждем. Сейв был перед мужиком, с которым я дрался, так что не очень далеко. С ним сейчас не надо драться. Сразу беру штуку и иду к Смите. Пару минут буквально. Были бы еще автосейвы здесь. Было бы так здорово. То я могу забыть иногда сохраниться. 13.25. Вроде вот этот. Сворачивание игры. Вот, я вот так посмотрел и не заметил. Просто если ближе не подойдешь, не видно того грузовика. Запчасти. Наконец-то. Ведь я следил за мышкой, чтобы не вылезла на второй монитор, но нет, проскользнула, зараза. Свернула игру мне. Вообще, я думаю, молот убрать, потому что он не очень. Слишком маленький процент попадания.
А еще не понял, откуда у меня вторая бутылка с бухлом взялась. Я все-таки одну себе брал. Смити надо починить. Вернее, собрать. Все, момент истины. А мне разве не надо с этим с главой поговорить, что я там выполнил что-то? Надо с ним сейчас перетереть. Он мне опыта все-таки, наверное, даст. Так, мышка. Не вылезла ли ты на второй монитор? Нет. Так, эту фиговину, в эту штуковину. Карл все что-то копается здесь. У меня такое чувство, что персонаж мой не бежит. Да. Чё он встал? Григориус. Вестник, ты же знаешь всех здесь, ведь так? Там на парковке есть один негр. Бардок, непокорнейший из всех, из всей паствы. Что на этот раз утворил этот самогонозависимый неразумец? Да нет, ничего. Ну, видимо, с тем надо поговорить. Может, ему насувать, потом к нему бежать. Рассказывать, типа он плохой такой-сякой. А, я по поводу того сломанного агрегата. Что с ним? Пока он сломан и не очищает воду, мы все в большой опасности. Все готово, агрегат по чистке снова очищает. Ты молодец, слуга, и отлично справляешься со своими обязанностями. Я буду ставить тебя в пример другим слугам, а теперь ступай отдохни или нет. Назначаю тебя помочь Кэти с уборкой урожая кукурузы. Неофициально, конечно. Ладно. Будем кукурузу собирать. Теперь надо Кэти найти. Прям как свеклу в готике. А, привет, как делишки? Я вот как раз о тебе вспоминала. А может тебе помочь кукурузу пособирать? А, правда, я знала, что ты настоящий друг. Так, на сегодня нужно собрать 23 початка. Ну, может 24, я точно не помню. Ну, хорошо. 24 початка. Собираем кукурузу, что делать-то? Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Я думаю, здесь нету 24. Короче, я сбился, просто все соберу.
Ну-ка, сколько? А, у меня уже 23, я же где-то спер, точно, я же где-то спер тогда кукурузу. Все, 24. А Кэти ж вообще ничего не делала. Она должна кукурузу собирать, она весь день ходит здесь, прохлаждается. Я принес 24 штуки. Ух ты, спасибо, 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 приспасибо, приспасибище. Ого, мне аж поплохело от такого количества, спасибо. Ну, пожалуйста. 68 опыта. На дороге не валяются. Интересно, дальше тоже будет спустя 10 лет или что произойдет? Или я лягу спать, а потом на нашу базу нападут рейдеры и всех убьют? Вроде все квесты сделал, которые были. Ну, кроме негра. Алкаша бомжатого. Спустя еще 4 года ничего так и не поменялось. А да сколько же можно спать? Скорее, скорее, твоему отцу поплохело на фермах. Кирк еле дотащил его до доктора Пэта. Ясно, уже бегу. А ты кто вообще? А, Кэти. Минус батя, походу. Это брательник, да? Стоп, а куда он побежал-то? Твари из пещер сильно меня покромсали, а мой напарник, черт его, призвали боги. Срочно беги к доктору и принеси мне лекарство. Он знает, что мне нужно. Я сказал срочно. Ясно, ясно, я мигом. Тут теперь выйти можно. Между прочим. Из убежища. Сейчас, наверное, выйдем. Ах, это ты? Да, твой отец очень болен, в его организме накопилось слишком много вредной дряни. Доктор, это та же дрянь, что убила мою мать и мать Кэти? Вот где маман-то, она уже убила, оказывается. Сожалею, да, не знаю, сколько он еще протянет, обычная инъекция уже не поможет. Нужно очень мощное лекарство, у меня таких нет. Я уверен, можно что-то сделать. Черт, еще сын богов просил принести лекарство, Хилап называется. Да-да, я в курсе, что ты на меня так смотришь. Мне сообщили об этом боги. Вот, держи, но это последняя упаковка. Хорошо, я отнесу лекарство и сразу же вернусь. Присмотрите за отцом. А сын богов-то откинулся? Может, можно у него доспех спереть и оружие? Вот это CGI. Он на сталкера похож на какого-то. В экзокостюме. Это враги? Охренеть, вы чё хоть? Я так понимаю, надо бежать. А что случилось-то? Это наши нападают на меня? Что вообще? Кто это такие? Почему они на меня напали? Я там какую-то штуку подобрал. Ага, вот оно чё.
Наконец-то я подобрал списки заданий. А, это видосы можно смотреть. Ну, короче, кто-то напал. Я так и не понял, это наши охранники напали или какие-то левые чуваки. Даже винтовку никакой не поднял. Один мусор. Так, ладно, погнали. А, у меня здоровья мало. Стоп, стоп, мало здоровья. Там еще гули какие-то ходят. А у меня один кастет. Вы видите пещерный гриб. Мама говорила, вам не есть незнакомые грибы. Туда нельзя зайти. Почему-то. Потому что закрыта дверь. Надо взлом качать. А нельзя, типа... вот так открыть? Нет в списке зрителей? А у меня постоянно такое. У меня часто, допустим, чат отлетает, поэтому я твичевский чат читаю не через твич. У меня из-за провайдера такая фигня. Если, допустим, в чате никто минут 10 не пишет, то у меня он просто отключается и меня выкидывает из чата. Я не знаю, как это лечить. Спасает только чатти. Ну, либо пикадвачный чат. Не, походу я так не открою. Там что-то валяется интересное. Там очень много чего валяется. Дневник новобранца. Хочу туда. Безумный, с ним поговорить можно? Нельзя. А здесь-то ничего нет, да? Только шкаф. Нет, я не хочу с безумным тогда драться. Есть, короче, замечательный чатик. Чатик, который называется Адзика. Вот я им пользуюсь. С этим придется драться. А там еще и второй идет. Можно было, наверное, скрытностью пробежать попробовать. Меня сейчас вынесут. Их двое, тем более еще. Вы завершили свой путь. Да, завершили свой путь. Зато умер не в убежище. Где там скрытность? Проползем как-нибудь. Надо хотя бы пистолет какой-нибудь. Или дробовик. Ружье там, не знаю. Ну чё ты встал-то, свали. Ну зомбяк, ну свали. Он первый на меня напал. Я вообще хотел поговорить с ним. Они на меня первые напали. Не, он походу там специально стоит и никуда не пойдет. Выход вон там, но
Я двери не вижу. Возможно, надо вот здесь что-то включить. Вот чё он стоит-то? Чё не уходит? Все, меня там нету, я ушел. Кстати, возможно, я теперь смогу отдохнуть. Да, теперь можно лечиться. А здесь нельзя. Понятно. А что, если я по низу пройду? Сейчас попробуем. Нет, все равно нападает. Но вроде напал сейчас только один. Нет, двое. Можно убежать, кстати, просто. Попробуй с одним справиться все-таки. Шесть жизней всего снял. Не, не справлюсь, походу. Слишком много может. Ну, все, я труп опять. Почти мертв. Ну, почти завалил. Давай, не попади, не попади, не попади. Ах ты, гад, попал. Зараза. Почти добил его. От вас ост... Да-да-да. Ладно, значит, надо бежать просто. Просто бежать. Вот он тут идет. Вот сейчас я бы мог, может, проскользнул бы. Нет, все, он встал. Даже можно не красться, наверное. Просто пробежать попробовать. Оп! Получилось. Это что за фигня? Радаут какой-то. Все, берем. Ну там лестница, но туда не пройти никак. А нет, можно, можно. Так, а не, внизу там кто-то бегает. Столько всего и придется все пропускать. Потому что даже с одним не могу справиться. Вообще начало игры немножко похоже на третий Fallout, мне кажется. Игра, наверное, позже вышла, они как раз вдохновлялись. Тоже начинается в бункере, сначала ребенком, потом подрастает, потом что-то идет все не так, потом он выходит. А вот и Олимпус. Там типа элита живет. Свобода. Это что такое? Радометр. Молоток. Правда, непонятно, что делать. Видимо, куда-то идти. Олимп, станции метро и Тартар. Мест много довольно-таки. Да, топать-то. Что за станция метро? Нет, сначала в Олимп надо тогда. Олимп поближе будет. Патрульная группа дефендеров. Посмотрим, кто такие. Я думал, Defender это типа какие-то хорошие чуваки.
Ну, видимо, нет. Ладно. Defender — это плохие чуваки, будем знать. Будем знать. Черт. Подстава какая. Побежали. Да куда ты побежал-то? Не туда побежал. Надо было наверх, он куда-то вниз побежал. Сейчас наверху соеванусь. Вещи, кстати, не рандомятся. Те же самые валяются. Вы начинаете задыхаться, но в скором времени приходите в себя. А, нет, здесь другие вещи валяются, значит, рандомец. Вали! Кто там опять напал на нас? Да я блин. К чему он не идет? Что происходит? Тут, видимо, через горы нельзя пройти. И как туда попасть? Так, следите за уровнем облучения своего организма при помощи радометра или по сообщениям о накопленной радиации в информационном дисплее в левой части панели управления. Если вы накопите более 300 рад, у вас появится сила и ловкость. У вас понизится сила и ловкость, и даже после очищения организма от радиации понадобится еще пара дней на то, чтобы эти характеристики восстановились. Накопите еще больше, вы рискуете потерять очки здоровья. Короче, понятно. Упс. Не, ну я не убегу здесь. Мне тут не убежать. Непонятно, куда идти. Там почему-то через горы не пускают никак. Может их обойти как-нибудь? Пробуй по низу обойти. Да. Правда, опять напали. Ну что такое-то? Так, они отвлеклись. Можно сейчас убежать будет. Где здесь выход отсюда? А выход-то где? Выхода нет. Побегу наверх. Давай, медведь, отвлекай их. Он еще живой, ничего себе медведь-то. Может, мутанты их разнесут вообще? Я смогу с них пушки забрать. Там он еще коготь смерти какой-то маленький стоит. Нет, они его завалили. Нет, они сейчас меня завалят. Бежим. Бежим. Правда, выхода тут нет. Может, вот на эту серую фиговину надо встать?
Они вроде не бегут за мной. Отлично, отлично. Я дошел. Красота. Ага, радиация. Твою мать. От вас остались лишь кусочки костей на амулетах каннибалов. Дошел до Олимпа. Просто красота. Просто красота. Ладно, я понял. В Олимп нельзя идти. Пойдем на станцию метро тогда. Есть вообще список заданий? Что мне надо сделать? Проект Ренессанс. Всем отрядам скаутов и хищников обязательно к выполнению. В последнее время среди населения радиуса участились слухи о так называемом Ренессансе. Подземном городе, наполненном мощными довоенными технологиями в связи... с чем устанавливается. Добывать по возможности максимум информации о местоположении Ренессанса. Это, видимо, наш город, где мы жили. Допрашивать любого распространителя слухов. Немедленно рапортовать непосредственному начальнику в случае появления дополнительной информации. Мы должны обнаружить Ренессанс до того, как дикари из радиуса его найдут и разграбят. Технологии этого проекта могут стать залогом выживания человечества в будущем. Вот только мне-то что делать? Ну, есть еще станция метро, туда можно сходить. Ой. Успею бежать? Злобные химеры. А, выход-то вон там, надо левее было идти. Все-таки не зря я ловкость хорошо прокачал. Так бы мог не уйти. Я прихожу на станцию метро, меня там тоже убивают. Я пока живой. Багулечка движка второго Fallout проявилась. Раскрашиваем игру. Собачка. Песчаный шакал. Он явно меня захочет убить. Наверное, надо вот сюда, вниз идти на лестницу. Главное, чтобы шакал не напал. Готово. Так, я попробую по скрытности туда пройти. Там какие-то ящики есть. Не получилось. Окей. Ну-ка, могу я шакала завалить или нет? Ни хрена себе он мне снес. Нет, наверное, не завалю.
За три удара меня вынес. Ясно, понятно. Ясно, понятно. Шакалу я не соперник. Пока что. Надо срочно где-то оружие доставать. С кастетом здесь вообще нефиг делать. Пойду в метро попробую спущусь. А, стоп, она жива еще. Все, готово. Меня никто не хочет убить? Это хорошо. Искатель. Это я. Искатель. Мускулистый мужик. Искатель. Дохлый мужик. Дряхлый мертвяк. Чернокожий и здоровяк. Что там чувак перезаряжал? Стоп! А где у меня здоровье-то? Чуваки, спасайте! Там, видимо, одна крыса слишком жирная. Мужики, выручайте! Меня хочет убить крыса. Чё-то всем пофигу, никто не хочет мне помогать. Блин, там походу ТРГГ сегодня начать решили. Надо бы посмотреть. Сейчас, понятно. Ладно, я сейчас спущусь, еще раз к ним поговорю, что у них там творится внизу. И, наверное, заканчивать буду сегодня. Хочу ТРГГ посмотреть начало. А, еще жива. Да что, попасть-то не могу. Готово. Там именных чуваков-то вроде нет внизу. Вот в чем проблема. Хотя вот здесь может быть мужчина. Мужчина. Дряхлый мертвяк. Старик. Может со стариком поговорить? Нет. Местный. Женщина. Беглянка. Оборванец. Местный. Местный. И вообще ни одного именного нету. Мускулистый мужик. Во. Поговорим с мускулистым мужиком. Хей, новенький, каково тебе здесь, а? Тартаровец? У меня имя есть. Имя есть. Меня зовут. На самом деле я забыл ввести имя вначале, поэтому меня никак не зовут. А мне насрать, как ты себя там называешь и кем считаешь. Для меня вы все слюнявые, сущиеся как... котята, которым нужно раскрыть глаза на этот большой удивительный мир. Ну хорошо, давай рассказывай. Ты какой-то агрессивный, а, тартаровец? Тебе здесь что, не нравится? Ну конечно же нравится, здесь всем нравится. А знаешь почему? Потому что если ты не здесь, ты там. А там тебя сожрет какая-нибудь хня в два счета, и ты даже понять не успеешь, что именно откусило тебе яйца. И как же мне понять, что именно охотится за, за моими яйцами?
Ого, да ты и правда не баба, а? Слегка хлопает вас по плечу. Хорошо, у меня есть... У тебя есть хребет, ты его береги. Без хребта ты с местными людьми не сладишь. А они пострашнее зверья, сразу башку откусят. Ок, и что мне нужно знать первонаперво? Первонаперво устройство этого местечка. Я Робин, и я главный. У этих славных крепких ребят за моей спиной мы искатели. И это мы таскаемся по радиусу в поисках воды, еды и инструментов. Главный тут вроде как Бона, разваливающийся мертвяк. Он, конечно, правильный и все такое, но яиц у него нет. То есть, действительно нет. Есть еще Хьюга, тоже мертвечина, но толковый, с крепким хребтом. Вот с ним мы как-нибудь и захватим наш ваш тартар. Только соберем достаточно бойцов и оружия. Короче, разговаривать надо будет с мертвецами, либо с этим, либо с этим. Но это буду делать я уже завтра. Днем... где-нибудь примерно так же, наверное, в районе обеда, может чуть-чуть попозже. А на сегодня все, буду заканчивать. Спасибо, кто смотрел. Пока. Так, засейвиться надо, не забыть. Все, теперь точно пока.